Всем привет! В процессе регулировки R155U, а если быть точнее, в процессе регулировки вот этого блока 02 выявилась одна интересная особенность. Мой друг дал мне, значит, такой же блок 02, по которому бы я отстроил бы его характеристики. И выявилась одна интересная деталь. То есть при включении УКВ диапазона перестройка контуров происходит следующим образом. Значит, здесь есть вспомогательные шкалы, значит, от 0 до 180 проградуированы. Это в градусах. В моем узле они перестраиваются от 0 до 180. То есть на увеличение. Наглядно покажу сейчас. Вот видно шкалы. Все, процесс закончен настройки. Лампочки все горят, все показывает, все хорошо. А вот этот блок 02, который дал мой друг, он настраивается несколько по-иному. Вот это блок моего друга. Он мне его дал для настройки. По аналогии, чтобы я мог отстроить высокочастотные ячейки. Особенностью данного блока является то, что он более поздних годов выпуска. У него механика уже... Вот эта рукоятка. Уже постоянно входит зацепление с блоком КПЕ. То есть рукоятка вращается постоянно. Вот эта рукоятка. Здесь выполнено просто отсоединение мотора тумблером. То есть в режиме ручной настройки мотор отсоединен. И особенность блока этого в том, что он при настройке выполняет перестройку КПЕ не в сторону уменьшения емкости, то есть увеличения по сути частоты настройки КПЕ, а наоборот, то есть емкость наоборот вводится в КПЕ, увеличивается, то бишь. Выглядит это следующим образом. Сейчас выставлю любую частоту, это не принципиально, но мы сейчас увидим, как вращается КПЕ, они вращаются здесь в обратную сторону. Обратите внимание, что вращение здесь идет в левую сторону. Честно говоря, первый раз такое вижу. И что самое интересное, блоки, в общем-то, что мой, что его, именно узлы, где находится мотор, они находились под пломбами. То есть ошибки как бы быть не может. Очень хотелось бы услышать ваше мнение на эту тему. Очень хотелось бы почитать ваши комментарии. Оставляйте ваши комментарии. Необходимо просто понять, какой из блоков неправильно работает. Либо это был заводской брак, либо ошибка, либо еще что-то. Но вращение, направление вращения вообще у моторов разное. А такого, по сути, быть не должно. В техническом описании там четко указано, что настройка происходит с нижней частоты в сторону верхних частот. Это, видимо, связано для того, чтобы исключить ложную настройку на какую-либо гармонику. Гармонику, например, вспомогательного гетеродина B4. Вот он в данном случае. В общем, пишите, оставляйте свои комментарии. Будет очень интересно обсудить данный вопрос. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.